Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Ну что, сегодня я хочу добраться до 20 тысяч кубков. Ну, и я думаю, что пора. Пора ехать в пляжный клуб. Давай-ка сменим аватарочку. Какую-нибудь интересную хочется, да? Ну, допустим. Блин, я даже не знаю. Давай вот так вот оставим. Пугало огородное. Ну что, поехали. Раллийное авто, естественно, ребята. На пляже, конечно, лучше бы было бы, наверное, взять багги. Сейчас посмотрим. Так, давай, не подводи меня. Не притормаживай там очень сильно. Только не перевернись. Прошу тебя, смотри, сзади ККМ-ка уже ехала. Ты посмотри на него, а. Уже хотел меня, видимо, там обогнать. Но не тут-то было, папочка же за рулем. А вот тут уже. Хотя, подожди, еще не все потеряно. Опа. Опачки. Враг вырывается вперед. Да что, ничего себе. Он что, куда? А, монетный ускоритель. Ну, конечно же, друзья. Но я-то все равно первый. Не помог ему этот ускоритель, ну нисколечко, просто нисколечко. Пока мы держим первую позиции. Опять он все никак не угомонится, да? О, там еще и спорткар у нас оказывается. Я только сейчас его увидел. Так, ну давай посмотрим. Ой. Да, друзья, вот здесь я лопухнулся. Ну, только лишь по одной причине. Что я немножечко там замедлил скорость при прыжке. Но, тем не менее, все равно мы заняли первое место и двигаемся дальше. 3000 монет. Кстати, у нас сколько? 216 тысяч уже денег. Так, привет. Приветик. Отправляем. Тут у нас по событиям что-то. Что это вообще за событие такое у нас? Непонятное. Человек на Луне называется. То есть это наверняка там никакой гравитации не будет, да, и тому подобное. Ну что, кубок шахты. Поехали. Смугляночка наша, как говорится, сейчас. Что у нас тут? Я смотрю, вертушка. Упс, не надо. Твою налево. Вот зачем вот такие вот прыжки-то гигантские делать, а? Это чревато тем, что просто можно разбиться и убиться, в конце концов. Вертушки-то правильно, ей по барабану. Она хоть вверх, хоть вниз, у нее колеса там как на балансире играют. Ей по барабану, ей невозможно разбиться. А у меня-то как раз нет. У меня все очень и очень опасно. Кто-то меня обгоняет, я не могу понять. Рвем копыта. Ага, все, я понял. Тягач. Ну, друзья, не смог он. Причем он ехал на форсаже. Вот так вот. Форсажист. Блин, вот сейчас вот не повезло. Идеального старта не было. Давай смотреть, что у нас из этого вообще может получиться. И все... Я хотел только сказать, что и все едут как один. Но, тем не менее, ребят, первое место у нас взято. Миля в пустыне. Как тебе такой расклад? Называется «Давным-давно». И все, ребят, как один едут на раллийных авто. Тьфу. Это что? Вот это сейчас что было, ребят? Это называется... Обделался по полной программе. Я думал, что я смогу заехать, но видишь, не получилось у меня. К сожалению, ничего. Этот с магнитом. Смотри, мы едем как один. А, у него крылья. Зашибись. У меня не было крыльев, поэтому я вот так вот и лопухнулся, короче, я. И по ходу дела здесь одна трасса всего лишь. Да, тут одна трасса, походу.
Я как самый умный через верх. Или как самый глупый. Есть. Прикинь, я еще и первым приехал. Да как такое может быть? Не знаю, просто чудо. Чудо и чудес. Эх, миля шахтера. Ну что ж, давай попробуем здесь всех победить. Куда летишь, куда приземляешься, непонятно. Как крот слепой летишь. Что тебя впереди поджидает? Не знаешь. Так, давай. Давай, наверное, вот здесь вот поедем. Просто мне захотелось понизу. Опачки. Так. Здесь, наверное, сбросить надо скорость. Нифига тут не надо сбрасывать было. Кто же знал-то? Тут что ли опять одна трасса у нас? Судя по всему. Не рубейся, ты же без крыши едешь. Да, тут одна трасса, ребята. И я ее помню прекрасно. Так что победушка будет за нами. Сейчас будет у нас, по-моему, затяжной прыжок. И он сразу как раз идет на финиш. Да. Ну что ж, прекрасно. Всех оставил позади. Смотри, сколько мы стоим. И никого еще нету. ККМ-ка там приехала. Так, ну что, я смотрю, у нас восхитительные диверсии, которые я терпеть не могу. Вот это всегда так. Вот так всегда у меня. А этот там еще и на форсаже наяривает, прикинь. Слушай, интересно, получится у меня прыгнуть? Получилось. Только есть ли в этом смысл? По-моему, там чувачок вляпался. Тебе так не показалось? Или он перевернулся, или что-то там с ним случилось? Да, я просто прилетел на финиш. Как сумасшедшие летят. По барабану на все. Лишь бы финишировать, да? Что-то я опять как-то позади всех. Так, давай прилетим сюда. Может быть, я зря так сделал. Вот что на самом деле я сделал зря. Вот это я сделал сейчас зря, друзья. Ну ты не вздумай еще перевернуться у меня, пожалуйста. Какими там? Третьим. Ну хорошо, хоть третьим, а не последним. Третий, конечно, не самый лучший вариант, но... зато не последний. Кто там у нас? Это Турция, что ли, впереди? Турок. Да, ребята, это Турция. Вот смотри, как он залетает, а? Так, интересно, какой у него 6, а у меня... у меня тоже 6. То есть, получается, я на первом месте, да? Кубок Штормрайдера. Черт, я не посмотрел, сколько гонок. По-моему, там одна, да? О, опять спорткар. Вот здесь вот главное не перевернуться. Я знаю прекрасно, что на ней можно легко впендрючиться. Вот типа того. Вот типа того, ребят. Ну куда ты несешься? Ну куда ты вот... а, тут уже финиш. Тут уже финиш. Ну да, не повезло, ребят, конечно, мне с моим вот этим вот сейчас заездом. Не фартануло, да, как говорится. Что такое? Опять пещеры? Слушайте, не кажется, что этот беленький что-то тут с магнитом? А что, у него просто магнит и все. Он решил все-таки поехать понизу. Может быть, конечно, это и хорошо для него. Может быть. А меня уже спорткар обогнал, прикинь? Спорткар просто перед финишем здесь вот упал и все, ничего не мог сделать. Не мог он заехать. То есть я его даже обогнал, получается. В
Нифига он там полетел, ты посмотри. Видел, как он бустанулся, не надо. Как я боюсь этих черепков. Вопрос, почему у меня машина едет медленнее, чем у всех? А, друзья? Вы не замечаете, что она у меня едет медленнее, чем остальные? Второй, давай второе место, отлично. Ну что, по итогу я должен быть вторым, да. Доедем? Фигушки-то мои. Кубок ледника. Блин, у нас 219. Что-то мне хочется машину свою прокачать или что-то вот в этом роде. Как-то не хватает вот скоростей. Что можно придумать, ребят? М? Что можно прокачать на нашей машине? Вообще без понятия, что можно на ней прокачать. А вот если вместо этого взять нитро. Но я обычно... Магнит. Если, например, ты возьмешь магнит и нитро. Но ведь это же ничего нам не даст ровным счетом. Ведь так? А какую он силу дает? Вот объясни мне. Силу, радиус. Ну, радиус, я понимаю, это притягивание. А что за сила? Сила плюс один. Ускоритель мощности для колес. Ну, для колес, я помню, вы говорили, это если ты будешь ехать на задних колесах. Только в этом случае это будет работать. Просто давай проверим. Будет ли от этого какой-нибудь вообще толк? Или это беспонтовщина очередная? Как бы я уже ощутил только лишь потому, что... Да, летим. Чего там у нас? Льдина. Ты видел, как у меня проносит мотик? Ладно. Мотик. Какой мотик? У меня же машина. Ну, одним словом, ты должен был увидеть, как ее... Не хватает этого сцепления с колесами. Не надо мне сейчас... Пищит горючка, когда я уже успел прихватить ее. Магнитом притянул горючее, она там запищала. Видишь, как мы разгоняемся очень тяжело. Просто, друзья мои, тяжело. А вот это вообще не в тему. Вот это вообще не в тему, смотри. Трындец, второе место. Нет, что-то мне не нравится. Что-то мне это все не устраивает, блин. Форсаж я не хочу брать. Это нам не прокачать. Я не вижу альтернативу. Можно, конечно, при малом количестве топлива. Крылья мы вроде бы уже брали. Попробовать что ли с ними? Давай разочек рискнем. Мы как-то, помню, раньше брали крылья и ездили. Но вы мне сказали почему-то убрать их. Вот в данный момент крылья мне очень хорошо сейчас помогли. Да, тут нормально так. Я взлетаю. Так, давай-ка мы... Ага. Да что ты... Давай, заезжай, норм. Вот тут классно мы пролетели. В отличие от всех остальных. Все остальные там загремели, а я именно пролетел. Как пташка. Так, давай-ка вот здесь. Не надо вот это вот. Хотя надо было, заезжать. Слушай, и замечательно заехал. Все. Приехал, финишировал. Ну и берем с тобой 5 деталей. На что? Ох, ё-моё, форсаж. Это на баге выпал. Да, друзья мои, это форсаж выпал на баге. А вот здесь вот, наверное, я зря взял крылья, потому что они здесь, по-моему, вообще бесполезны будут. Хотя еще посмотрим. Будут они тут... Да,
Слушай, а чувак... Чувак едет как раз с теми турбинами, от которых я отказался в свое время. Когда едешь на заднем колесе. Да, что, получается, что турбина лучше, чем сцепление с дорогой, что ли? Хотя фиг его знает, как у него эти турбины там прокачаны тоже, да? Вопрос спорный. Ой-ой-ой. Так, пока норм. А где тот чувак, который меня обгонял, кстати? Я его что-то не вижу. Но ведь это же не он. Нет, красненьким он был. Он почему-то в этом гонке приехал вообще последним. Давай, малышка. Вот это хорошо, мы очень круто летим. Но на колеса я не приземлился. Ну, в принципе, я тебе скажу, что победа здесь уже за нами. Да. Ну, чтобы, если честно сказать, офигенная прям скорость у нас, я бы не сказал бы. Я бы не сказал, что прям опупенная скорость. Вот не знаю, что делать. Давай попробуем. На зимовке попробуем с колесами. У нас тут есть сцепление с дорогами, но опять же... Там тягач, ёк-макарёк, чтоб его на 1000 кусков разобрало. Ускорение. Ускорение не дало вообще себе ни разу мне. Почему оно так рандомное? Там же было сказано, держишь, когда постоянно на газовке, оно срабатывает. Хоть бы раз сработало. Нет же. Не срабатывает оно. Вот это вот беда, конечно. Мы, конечно, плавно летим, все это, я не спорю, но... Вообще ни разу не сработало. Вот я специально смотрел, думал, когда же у меня огонь-то... Хлынет с выхлопной, а его не было там. Вот и все. Я вниз пойду. А здесь можно и поверху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, споткнулся бы что-то там непонятное. Все, отлично. Вот, только на финише я уже увидел, там пошло пламя из выхлопной. А до этого нет. Блин, ну ты посмотри, а. Ребят, сколько мы теряем шмоток без премиум аккаунта. Очень много. Обидно, прям нет слов. Там какой-то костюм, скафандр аквалангиста. У меня его нету. И, видимо, я его не получу. Давай, лети, пташечка моя, лети. Есть. Даже этого обогнали, прикинь. Где он там? Вторым приехал. Ехал, видимо, на всех парах, что даже не обращал внимания, что у него детали отлетали. То есть не смотрел, да? Так, тихо, вот здесь вот не надо слишком сильно. И здесь как бы тоже не надо было. Ладно, фиг с ним. Давай, родная. Нет! Фу! Твою ж налево. Спорткар ехал там на всех. Чешет, шпарит, понимаешь ли. Опять идеальный старт как-то в шивеньке получился. Сколько раз сам себе говорил. Ну не делай ты так, не делай. Сэндвич я тебе разбил. Правильно, нифиг им тут делать. Вот сюда бы, конечно, попасть, но лишь не получилось. А сейчас кто-нибудь, да? Нет, я все-таки первый приехал. Никто меня здесь не обогнал, друзья. Никтошеньки.
Так, я думаю, еще две гонки, и мы 3000 кубков заберем. Ой, 3000 кубков, 3000 монет. Давай, 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 давай. Что-то моя машина на задние колеса. Ой, не надо. Обалдеть, блин. Все проехали, а я именно впендрюкался. Не смог обогнать вот эту машину. Ну, давай посмотрим, насколько он хорош. Если он хорош, то он на всех гонках будет хорош, согласись, а не только на одной. Ну и где он там? Я его не вижу в упор. Пш, сынок, значит. Просто сынок. Вон, насколько я быстрее их приехал, еще и ждал при этом. Так, ну что, давай еще одну гоночку запилякаем. Опа. Вот это было неприятно сейчас. Смотри-ка, синий там не отстает. А у меня что, нет? А, я же не взял твою налево. Думаю, что он у меня не ускоряется? Да куда ты встаешь-то, ёпрст, на задние колеса? Нафига ты это? Второе место, да? Не, друзья, все-таки мне кажется, что я больше выигрывал без этих вот крыльев, когда у меня были вот это вот. Это все-таки хоть какое-то дает мне до ускорения. При том же самом приземлении. Как ни крути. Хоть, конечно, можно было бы и перелететь много чего. Но оно не дает. Опа, нифига себе. Тракторишка, ты куда погнал-то? А тот-то как там летает чудесным образом. У него что там стоит-то? Да я не вижу, что... А, нитро. Я первый приехал. У него нитро и плюс ускоритель для колес. Сзади этот стоял. Хоба. Вот и все, ребята. Твою же... Какого лешего. Какого лешего, блин. Фух. Ну, успел, успел все-таки. Твою-то каракатицу. Ладно. Посмотрим, что у нас тут получится. Так, дай-ка я... Это только я так тупо проехал, или все так же схандрили? Есть. Все поехали вниз, я просто перелетел. Господи, я до сих пор не могу взять 3000 монет. Промежуточный кубок. Опять, а нет, тут формула. Тут, друзья мои, формула. Видишь, как он на пригорочке буксует. А этот взял себе тяжеловоза. А что это ему дает, тяжеловоз? Ну, то, что его поднимать, конечно, не будет. И закидывать. Но мне кажется, что он зря взял его. Видишь? Впереди у него стоит. А, он еще взял себе эти амортизаторы по прыгунке. Но почему-то я не вижу, чтобы он ими пользовался, если честно. Опять это спортивное авто. Формула там где-то застряла, короче. Ага. То я помню, там еще тоже должен быть подъем такой. Думал, это та трасса, где ты прыгаешь и потом резкий подъем, но нет. Все оказалось намного спокойнее и лучше. Так, спорткар, вали отсюда, а. Формула. Видишь, он падает, и все, и у него начинает что-то машину там буксовать. А ролик спокойненько справляется со всеми, как говорится, невзгодами. Вот и все. Как-то так. Вот теперь мы с тобой берем 3000 монет. Жалко нам вот этот вот шлем. Не достается. Ну и сколько тут? Я думаю, раз. А, босс? Так, друзья мои, у нас босс. Ёк-макарёк. Я очень уверен, что он тоже будет на роли... Нет? На чем? На тягаче? Он на тягаче?
Да, конечно, ёпрста. Началось. Ты посмотри. Просто шанса не дал мне, прикинь. Просто не дал мне шанса. Да чё он так летает-то, как бумер, блин? Не, я его не могу вообще, ребят, догнать. Вообще не могу догнать. Да тут, походу, фейл. Какого фига он так стартует-то, блин, а? Ты посмотри, он просто перелетает все подряд. Летун фигов. Ну, это, ребят, ровным счетом мне ничего не дает. Одна победа из двух. Это фарш полный. Откатываемся назад. Ё-моё, откатился назад, как будто я не знаю. Это три гонки мне здесь нужно будет выиграть. Ну, я считаю, ребят, что, конечно, тут они немножко перехимичили с тягачом. Как по мне. Фига мотик там наяривает. Видел? Летает, конечно, как, не знаю, как сумасшедший. Ну, я... я взял первое место. А так, конечно, да. В плане полетов там с ним не поспоришь. Вот как и вот этот чудило. Окси. Ёк-макарёк, вот это да, вот это я бы сейчас перевернулся. Вспахал бы землю. Смотри, 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 смотри. Значит, у меня не получилось, а он просто перелетел. И я опять же тебе скажу, как он сделал. На нитро все это сделал. Просто за счет нитро он перелетел все это. Успел схватить баллончик, вот и все. Он тем более еще и с магнита, поэтому в любом случае он его урвет. Успеет урвать. Ой-ой-ой. Ну, есть. Успел я таки все-таки взять. Так, это сколько? Это раз, два, и только на третьей гонке я смогу опять сразиться с боссом. И вот теперь я думаю, брать мне крылья на босса или не брать. Вот в чем дилемма у меня в данный момент стоит. Форсаж, я думаю, брать не стоит. Как ты считаешь? Ты смотри, прям нога в ногу едем. Опачки. Да, конечно. Захотел такой в прыжке. Думал, сейчас меня обгонит. Дудочки. Если бы не вот это вот торможение еще, которое я делаю подтормаживание. Чуть-чуть формула, что ли, там гоняет. Точно, друзья, еще и формула тут едет. Я вообще не знаю, как здесь можно на этой формуле ездить. По таким ухабам, по прыжкам и все тому подобное. Командир Ж. Командир Ж. В Ж, как говорится. Так, ну что. Последний заезд. Трындец. Подкололи, да? О-о-о, вырвался, вырывается вперед. Чепушило несчастный. Я только не могу понять, у него тоже, что ли, эти стоят, нет? Вот это вот фигня. Полная, полная параша сейчас была, ребят. Ну зачем он носом-то, а? Эль Гордо. Нет, тут не получилось. Тут не получилось, но этот Эль Гордо тихо там курит в сторонке. Так, ну что, мы... Нет, еще не дошли. Еще не дошли. У нас пустынные пещеры. Что-то мне кажется, что я сегодня босса одолеть не смогу. Времени, ребят, не хватит. Упс, еще давай сверните себе шею тут.
Накаркал. Накаркал, идиотус, а. Нафиг я себе под руку сказал, а. Не понимаю. Так, один-то, по-моему, шлепнулся, или он крышу потерял, так и не понял. Ага, тут я его хорошо подрезал именно на прыжке. Даже турбина ему не помогла, которую он там присобачил к себе. Давай-ка еще разочек. Поехали на кактусы, блин. Замечательно. Так, здесь не будем слишком сильно подрываться. Что ему дают вот эти вот кувырки в воздухе, я не могу понять. Ну, кувыркается он в воздухе, и что? И толку. Так, друзья мои, кубок пустыни. Хоть ролик убери, я не знаю. Кубок пустыни, что здесь можно взять? Колеса, приземление, мне кажется, здесь не понадобится. Здесь, скорее всего, надо будет брать. Может, крылья взять? А если не прокатит? Не знаю, ребята. Ладно, поехали. Кого дадут-то нам? Мотоцикл, что ли, дали? Вы серьезно, блин? Так, ну я мотик вообще не обгоню. Даже к бабке не ходи. Как он, смотри, как он плавно едет, а? Не, друзья, я не то, что... Я просто, мне по скорости не хватает. Мотоцикл скоростей, тут ничего такого не было. Просто по скорости я его не смог одолеть, и все. Вот, я вроде бы еду нормально, но именно из-за скорости. Еще и кактусы всякие лезут тут под ноги. Давай, есть. 1-1, пока, ребята, 1-1. Он там где-то вообще. Нет, приехал. Возможно, я так полагаю, ребята, он где-то врезался в кактус. Скорее всего. Ну и все, вот он меня и обогнал. Если каких-то кактусов впереди не будет. Подожди. Подожди секундочку. Не хочу накаркать. Есть! Да, друзья. Все-таки у меня удалось обогнать этого чемпиона на мотоцикле. И это круто. Ну что, 3000 монет. Ну и, соответственно, мы забираем 20 тысяч кубков. Все, друзья мои. В следующей у нас будет гора смерти. Ну что, ребята, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.